Мы находимся на шахте имени Стаханова государственной холдинговой компании «Селидов Уголь», где сегодня произошел настоящий бабий бунт. Горняки ни первой, ни второй смены сегодня не смогли спуститься на шахту, так как женщины, пришедшие на шахту с детьми, перекрыли вход в ламповую. Требования участниц акции протеста – погашение всей задолженности по заработной плате, начиная с февраля месяца текущего года. То, что произошло сегодня на шахте, руководство предприятия квалифицирует как аварийную ситуацию. По состоянию на 17 часов сегодняшнего дня в шахту упустились менее 100 горнорабочих для проведения аварийно-ремонтных работ, откачки воды, поддержки жизнедеятельности горных выработок. Женщины с 5 часов утра не покидают вход в ламповую и не намерены сдавать свои позиции до начала выплаты задолженности по заработной плате своим мужьям, начиная с февраля месяца текущего года. На 5 часов мы собрались и пришли сюда. Что послужило причиной такой вот неординарной акции протеста? Потому что не это самое, не выплачивают зарплату. Как давно ваш муж не получает заработную плату? С февраля месяца, вот за февраль не дают. Когда мы уезжали, на шахте проходило экстренное совещание инженерно-технических работников предприятия, на котором обсуждались пути выхода из создавшейся ситуации. Начальники участков практически в один голос уверяли, что шахтеры не поддерживают действия женщин и продолжение акции чревато катастрофой для шахты. Директор шахты Тымченко, с которым нам удалось побеседовать без микрофона, не видит объективных причин происшедшего, так как на шахте, с его слов, в течение года зарплата постепенно выдается. То, что сегодня произошло на шахте Стаханова, однозначно еще больше усугубит экономическое положение шахты. Буквально каждый год шахту трясут забастовки. Шахта не может встать на ноги из-за вот этих вот всех происходящих вещей. Данный совет только формируется. На сегодняшний день он состоит из 11 учредителей. Это руководители предприятий всех форм собственности. А создан он по инициативе городской исполнительной власти и по взаимному желанию руководителей предприятий. Все они убеждены в необходимости создания такого совета и в его тесной работе с городским советом. Руководители предприятий города объединяются для реализации общественных интересов города. Председателем совета избран председатель правления Государственного открытого акционерного общества «Шахта Красноармейская Западная номер 1» Леонид Байсаров. А его заместителем – председатель правления закрытого акционерного общества Красноармейского автопредприятия «Укрстрой» Владимир Купорев. На данном организационном совещании был окончательно утвержден устав совета. Определены функции направления совета, цели и его задачи. А наиболее важная и главная задача, стоящая на сегодняшний день перед советом, это подготовка города к введению в области режима специальной инвестиционной деятельности. Приказом министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко от 19 октября текущего года за номером 454 начальником Красноармейского городского отдела внутренних дел назначил подполковник милиции Анатолий Васильевич Шишко. С приказом министра личный состав Красноармейского городского отдела ознакомил заместитель начальника областного управления внутренних дел Леонид Данилович Кириченко. Поздравили Анатолия Васильевича Шишко с назначением на высокую должность красноармейский городской голова Николай Примаченко, межрайонный прокурор Евгений Кидяев, начальник городского отдела службы безопасности Украины Петр Мехур. Анатолий Шишко в своем коротком выступлении поблагодарил за оказанное доверие коллектив и областное руководство, заверил присутствующих в дальнейшем совершенствовании работы городского отдела внутренних дел по контролю за соблюдением законности и правопорядка в городе. Ну что, я бы, во-первых, хотел бы от вас, от лично, если вы мне доверите, от коллеги нашего областного управления, поздравить Анатолия Васильевича с этим доверием, с должностью. Я думаю, что он еще будет расти. Пожелать ему, прежде всего, крепкого здоровья. Вот наше время тяжелое, можно сказать. Чтобы его хватило сил, энергии, выдержки. И, безусловно, вашей поддержки, чтобы те задачи, которые стоят перед этим отделом, в частности, он, как говорится, с честью вместе с вами выполнил. Пожелаем ему самого-самого наилучшего в этом.
Начальниками Димитровского и Селидовского городских отделов внутренних дел приказом министра утверждены соответственно Валерий Алексеев и Николай Голубенко. Уважаемые телезрители, на данный момент мы находимся на территории насосной станции, хлораторной. Сейчас здесь происходит хлорирование воды, которая впоследствии поступает к нам в дома. Ну, эта вода поступает к нам из Карловки по двум трубопроводам диаметром 1000 миллиметров. Здесь она дохлорируется в этом помещении через контейнеры с хлором. Поступает опять же в этот водовод диаметром 1000 миллиметров, смешивается в резервуарах и затем через насосы поступает в город Красноармеец, Димитрово, Доброполье. Уже дохлорированы. Скажите, а сколько литров воды в день хлорируется здесь? Ну, порядка 50 тысяч кубометров. Порядка 50 тысяч. Бывает больше, бывает меньше, в зависимости от расходов на потребления воды в данный момент городом, водоводом. Та вода, которая сюда поступает, вы проводите ее анализ? Конечно, у нас существует лаборатория, которая проводит анализ, химический анализ воды и состав хлора машинистами хлораторных установок, которые дежурят здесь круглосуточно. А теперь, уважаемые телезрители, мы наберем на пробу той воды, которая поступает сюда с Карловки. Также мы взяли на пробу и ту воду, которая уже прошла хлорирование. И в результате лабораторно-контрольного анализа по микробиологическим, химическим и органолептическим показателям было определено, что вода, поступающая из Карловского водохранилища, абсолютно чистая и безопасная для жизни людей. На насосной станции она получает и достаточное количество хлора. Далее вода следует по 8 водоводам, где и происходит ее загрязнение. Но за этим уже следит организация горводоканала. В субботу в Селидово состоялись межрайонные соревнования по стендовой и траншейной стрельбе, в которых приняло участие 12 команд первичных охотничьих коллективов Красноармейска, Димитрова и Селидова. Соревнования, уже ставшие традиционными, прошли на достаточно высоком уровне. Охотники региона провели состязания как в общекомандном, так и в личном зачете. Виталий Ключко недавно вернулся из соревнований по стендовой стрельбе, это открытый чемпионат Украины, где показал неплохие результаты. Он стремительно, как спортсмен, стремительно прогрессирует. И поэтому мы надеемся, что как Народно-демократическая партия и Ассоциация делового сотрудничества в том плане, что на следующем чемпионате Украины он добьется больших заметных результатов. В общекомандном зачете первенствовали охотники Димитрова. Второе место завоевал первичный охотничий коллектив Селидова. В личном первенстве на круглом стенде тройка победителей выглядит следующим образом. Извеков, Кравченко, Ключко. Все победители соревнований были награждены ценными призами и подарками.